It's Friday afternoon in Switzerland. It's Space Cafe Russia time, our new format, Space Cafe Russia, with Elena Morozova and her guest, Dr. Olga Volinskaya. We'll begin soon. As always, we appreciate your participation and ongoing feedback. I'm Thorsten Kreening, publisher of spacewatch.global, and we are a Switzerland-based online platform for information in and about space and new space activities in a geopolitical sector. With Elena, we found a wonderful host for our Russian outreach. I know many of you are already familiar with our website, the bi-weekly and daily newsletters, and the Space Cafe podcast. We also keep our fan shop open online for you for your support to actively support us and become a space watcher. If you missed any of the previous web talks, we have an archive on our website, on the event section, and on YouTube. We will host our Space Cafe Russia live regularly, and with that, my job is done, and I would like to hand over to your wonderful host today in Moscow, Elena. Over to you. Thank you, Thorsten. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Меня зовут Элина Морозова. Спасибо, что присоединились к нам сегодня в наше первое Space Cafe Россия. Наш выпуск сегодня действительно первый выпуск такого формата. Мы будем выходить каждые 3 месяца и будем отправлять информацию о наших новых выпусках. Сегодня выпуск наш весенний. Весеннее настроение нам поможет создать Ольга Александровна Волынская, многим вам хорошо известная, эксперт в области космического права. Ольга окончила международно-правовой факультет Всероссийской академии внешней торговли, затем магистратуру МГИМО Московского государственного института международных отношений, защитила кандидатскую диссертацию по международному космическому праву в Российском университете дружбы народов, получила степень ЛЛМ по праву Европейского Союза. Ольга проходила и дополнительное обучение по международному публичному праву и по международному космическому праву, в частности, как в Гаагской академии международного права, так и на летних школах, которые проводят наши коллеги из Европейского центра космического права. Ольга также состоит в отраслевых организациях, которые занимаются проблематикой, которую мы сегодня будем обсуждать, это Российская академия космонавтики имени Циолковского и известный многим Международный институт космического права. К слову сказать, в 2019 году Международный институт космического права присудил Ольге награду как молодому специалисту за достижение в области космического права. Ольга, спасибо, что несмотря на ваш график и высокую загрузку, которые обуславливают все эти достижения, вы нашли время зайти к нам сегодня в гости. Спасибо большое, Ирина, спасибо за представление. Очень приятно быть сегодня в гости этого мероприятия. Очень волнительно, конечно, поскольку мероприятие первое открывает такую, конечно, колоссальную серию именно для России. Это большая ответственность. Но я надеюсь, что в этот весенний день мы вместе с вами справимся достойно. И надеюсь, наши сегодняшние гости, наши слушатели узнают кое-что новое для себя. В этом я не сомневаюсь. Немного перед тем, как мы перейдем к дискуссии, расскажу о правилах, как мы сегодня будем ее вести. Пожалуйста, задавайте вопросы в специальную секцию, которая называется «Вопросы и ответы». Нам сегодня помогают с эфиром Максим Алексеев и Елена Лавренова. Они помогут сгруппировать вопросы и сделать так, чтобы мы обсудили все интересующие наши темы определенными блоками. Как вы поняли, наш сегодняшний эфир записывается. Ну, я думаю, что остальные организационные вопросы мы с вами решим по ходу мероприятия. И давайте переходить к нашей дискуссии. Наверное, будет интересно начать с вашего личного опыта, Ольга. Из недавнего это работа в правовом департаменте МИД. Я знаю, что там вам была объявлена благодарность. Тематика немного не космическая, да, там, да, за достижения в области согласования режима Каспийского моря. Тем не менее, профильный отдел этого департамента занимается регулированием вопросов, связанных с использованием космического права. Расскажите, пожалуйста, в чем специфика работы этого профильного отдела, какие интересные задачи перед вами стояли, что вспоминается из этого опыта?
В целом, если говорить дипломатическим языком, ну, этот опыт работы и в МИДе в целом, в правовом департаменте и в отделе международного публичного права, как говорят дипломаты, можно сказать, был не безинтересен. Мне, откровенно говоря, повезло туда попасть. Я многие годы работы в космической отрасли и в самом Роскосмосе хотела попробовать познакомиться ближе с дипломатическим сообществом, узнать, что такое работа дипломата изнутри. Конечно, по роду своей деятельности в Роскосмосе взаимодействовала очень плотно с дипломатами, нашими ответственными за космос, за мирный, за военный космос. Но хотелось, что называется, своими руками потрогать эту деятельность, понять, как работают юристы, юристы международные, именно в МИДе. Предоставилась такая возможность, чем я, собственно, не преминула воспользоваться. И нужно сказать, что этот опыт был для меня совершенно феноменальным, потому что впервые за мою профессиональную деятельность я получила возможность работать в компании людей, коллег, с которыми я говорила на одном языке. То есть это невероятное счастье для меня было работать с юристами-международниками, с которыми нам не нужно обсуждать такие моменты отдельные, определенную терминологию. Мы друг другом понимали друг друга с полуслова. И вот в частности, что касается космического права, для меня тоже было очень приятно узнать, что именно в МИДе космическое право в нашей стране развивается именно в прикладном его ключе. То есть это то самое космическое право, которое не только мы читаем в учебниках, в научных статьях, а космическое право, как оно претворяется в жизнь, как с помощью космического права решаются вопросы государственного значения, как выстраивается политика, как выстраиваются дипломатические отношения с теми или другими странами, группами стран по конкретным направлениям космической деятельности, что космическое право — это действительно живой организм, и это реально действующий инструмент, который помогает нашим политикам, нашим дипломатам, нашим экспертам и инженерам выстраивать эти самые отношения. Это, конечно, был колоссальный для меня опыт. Ну, а, собственно, в чем состояла моя работа в отделе международного публичного права? Прежде всего, конечно, это работа с документами. Через мои руки проходило огромное количество документов международных, международные договоры, региональные, универсальные, двусторонние, многосторонние, большое количество проектов договоров рамочных об исследовании и использовании космического пространства. Также довольно существенный массив договоров, которые не являются международными договорами, меморандумы о взаимопонимании, декларации, проекты резолюции Генассамблеи, такого плана документы. Это было действительно очень интересно, прежде всего, поскольку это работа напрямую со специалистами не только Роскосмоса, а еще других ведомств, которые имеют отношение к космической деятельности, и по линии Минобороны, и по линии Росатома. То есть целый массив проблем, с которыми я не сталкивалась в Роскосмосе. Поэтому вот опыт работы в МИДе, в правовом департаменте позволил мне, как юристу, ну, можно сказать, расти над самой собой. И, конечно, потрясающая возможность у меня была учиться у моих коллег из дружественных отделов, отдел международных договоров, отдел международного частного права, отдел общих правовых проблем. Масса, конечно, вопросов, о которых я имела самое общее представление благодаря полученному образованию в Академии внешнеторговли, МГИМО, но не было ощущения, как эти вопросы, как эти сферы право применяется в реальной жизни, и не было понимания того, что, например, масса вопросов МЧП, международного частного права, имеет непосредственное отношение к космической деятельности. И они обязательно должны быть учтены при реализации конкретных проектов в области космической деятельности. Для меня, как космического юриста, это было, конечно, большое откровение. Мне очень повезло работать с людьми в правовом департаменте, которые терпеливо объясняли мне многие вещи, которые мне подсказывали, в каком направлении думать, куда копнуть, какие материалы посмотреть. Опять же, очень важный момент, что мне очень понравилось в работе в ДП, в правовом департаменте. В своей работе они очень серьезно опираются на доктрину, на самые актуальные, самые, ну, скажем так, на работу уважаемых и российских, и зарубежных специалистов.
не только по своим узким направлениям, а в принципе в области международного права. И это, конечно, потрясающая вещь, потому что в Роскосмосе, ну, объективно говоря, было намного меньше возможностей знакомиться с этими источниками, и особо не было выходов на те же международные правовые системы, на источники этой информации. Были, конечно, связи с определенными коллегами, с теми же космическими юристами, но это, называется, время от времени был доступ к вот таким материалам очень интересным. И спрос с юристами-международниками. Именно в ДП люди, коллеги мои, работают с такой самой свежей, самой актуальной информацией. И доктринальной информацией, ну и плюс, конечно, это вот выход напрямую на международных экспертов. Это возможность общаться лицом к лицу, что называется, на мероприятиях высокого уровня, обсуждать позиции страны. Опять же, тоже важный момент, наверное, здесь такой момент сравнения работы космического юриста в Роскосмосе, моего личного опыта, конечно, и работы космического юриста в МИДе. В МИДе космический юрист несет гораздо большую ответственность. Это ощущается, действительно ощущается, особенно когда речь идет, например, о юридическом подкомитете. В рамках МИДа именно правовой департамент отвечает за подготовку ежегодных сессий юридического подкомитета, за формирование делегации, за подготовку позиции, согласование позиции страны на юридическом подкомитете комитета по космосу. И вот как раз в рамках этой работы очень сильно ощущается ответственность, когда ты не просто представляешь ведомство, как Роскосмос, не просто представляешь отрасль, не просто ведешь какие-то вопросы, например, отвечаешь за делимитацию конкретно или выступление по космическим ресурсам. А когда ты ведешь полностью всю делегацию, и делегация должна работать слаженно, работа должна вестись буквально по каждому направлению пункта повестки дня. Кстати, тоже интересный момент, может, нашим слушателям тоже будет интересно это узнать. Российская делегация на каждой сессии юридического подкомитета высказывается абсолютно по каждому вопросу повестки дня. Причем высказывается, как говорят мидовцы, по субстантиву, что очень важно. И опять же, тоже, наверное, такой важный момент, особенно для исследователей, для наших слушателей, которые занимаются для себя там, в рамках своих институтов, исследуют космическое право, готовят диссертации. Очень важный момент, где найти позицию российской стороны. Собственно, позицию российской делегации на комитете по космосу и на юридическом подкомитете. Очень многие этого не знают, к сожалению. Ну, честно говоря, я сама этого не знала до определенного момента. Все сессии юридического подкомитета, научно-технического подкомитета и общего комитета по космосу записываются. То есть каждое выступление официальное на пленарке, в пленарном заседании, все они записываются. И все эти выступления, в том числе выступления российской делегации, можно найти в интернете. Так что это действительно очень важный источник информации. Это та самая оригинальная информация, аутентичная, на которую можно ссылаться, где найти позицию российской стороны. Ну и более того, помимо сейчас записей, которые выкладываются, появились также и бумажные версии. Например, как раз в 2020 году успел пройти НТПК, удалось посмотреть все выступления России, действительно, по каждому из пунктов повестки дня, помимо вот этих вот записей, которые выкладываются. В записях, конечно, сложновато бывает ориентироваться, если не знаешь отсечку по времени и занимает много времени прослушивания. Но вот сейчас это, конечно, стало еще более удобно. Все ждали с нетерпением Юрподкома 2020 года, который, к сожалению, за пандемией ковид был отменен, но теперь действительно есть где смотреть и письменные выражения позиции. Ольга, вы как раз упомянули ЮПК и тем, что тот как раз департамент занимался подготовкой. Как идет подготовка? Вы уже успели обозначить, что вот кто-то отвечает, видимо, за один блок вопросов, кто-то за другой. Как вот эта работа организуется перед каждым ЮПК? И еще было бы интересно узнать ваши впечатления от непосредственно работы на полях, потому что, конечно, Российская Федерация известна не только своей субстантивной позицией, но и зачастую достаточно уверенной позицией, которые могут противоречить позиции других государств. И дискуссии идут крайне оживленные. А как вот складывались ваши, ну так скажем, личные отношения с коллегами? Потому что, вот по моему опыту,
другие делегации всегда крайне высоко отзываются о российских коллегах и в плане профессионализма. Это подчеркивалось многократно, и это очень здорово, что российские дипломаты продолжают советскую традицию быть на высочайшем уровне, но также и отмечают обычно, что с российской делегацией работать очень надежно, очень уверенно, то есть можно положиться, можно довериться и согласовывать даже сложные вопросы. Как это было вот в вашем личном опыте? Ну, если говорить о подготовке, действительно процесс очень непростой, очень волнительный, потому что очень многое зависит в процессе подготовки к сессиям юридического подкомитета от партнеров Министерства иностранных дел, от наших уважаемых профильных ведомств. Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на Роскосмос, потому что, несмотря на то, что повестка дня юридического подкомитета, естественно, имеет фокус на вопросы международного космического права, для нас очень важно каждый год иметь обновленную, актуальную позицию Роскосмоса по всему спектру вопросов, имеющих отношение к международному космическому праву. Это и делимитация, это и космические ресурсы, управление космическим движением, всем-всем-всем абсолютно. Поэтому МИД официально запрашивает заблаговременно до начала сессии, запрашивает Роскосмос их соображения к позиции страны по каждому пункту повестки дня, плюс предложение в так называемый национальный доклад. Каждая сессия юридического подкомитета первые несколько дней открывается национальными докладами государств. Делегации представляют достижения своей страны за последний год в области космонавтики в целом, ну, с акцентом на международное космическое право, если мы говорим про сессию юридического подкомитета. Собственно, работа с ведомствами идет, конечно, непросто, но благо МИДу с ведомствами повезло, с партнерами повезло. В чем конкретно повезло? Космос — это такая специфическая сфера, в которой, если человек всей душой не любит космическую деятельность, если вот не видит себя вот душой и телом именно в этой сфере, человек долго не задерживается в космонавтике и в космическом праве в том числе. Поэтому и в Роскосмосе, и в Росатоме, и в Минобороны, и в других уважаемых ведомствах, компетенции которых затрагивают вопросы космической деятельности, работают действительно очень заинтересованные люди, люди, у которых горит огонь в глазах. И это чувствуется, когда с ними встречаешься, видишь, это не просто эксперт, а это человек, влюбленный в космос. И с такими людьми очень приятно работать. И благодаря этой слаженной команде, которая собиралась много лет, МИДу работать, да, сложно, понятно, возникают разные моменты, в основном бюрократические, но в итоге получается каждый раз благополучно готовить позицию страны, ее согласовывать, выверять. Именно выверять не только с точки зрения ее юридической правильности, с позиции международного космического права, а именно с точки зрения правильности и полезности для развития нашей космической отрасли. В этом, конечно, огромная заслуга Роскосмоса и специалистов Роскосмоса, и Росатоми, и Минобороны. Конечно, это мощнейшая команда. И это, к сожалению, не видно, что называется, обывателю. На сессиях комитета он по космосу и его подкомитетов вот эта слаженность проявляется в полной мере. Потому что российская делегация выступает активно, выступает практически по всем пунктам повестки дня. Если мы говорим про Юрподком, абсолютно по всем пунктам повестки дня. Высказывая мнение конструктивно, благодаря серьезной подготовке, эти мнения обоснованные. Эти мнения учитывают всегда абсолютно не только интересы Российской Федерации, они учитывают всегда интересы наших партнеров. Должна сказать, что именно благодаря российским дипломатам масса критических тупиковых ситуаций в том же комитете по космосу, в частности, если вспомнить тематику долгосрочной устойчивости космической деятельности, масса этих тупиковых моментов была разрешена. И именно, как вы правильно сказали, благодаря умению российских дипломатов работать в кулуарах. Это для меня тоже был очень интересный опыт, потому что одно дело, когда работаешь в Роскосмосе и видишь со стороны, как российские дипломаты, глава делегации и представители МИДа, правового департамента беседуют, что называется, в уголочке с нашими партнерами, в том числе самыми непростыми партнерами из числа известных развитых стран западного мира. Это очень интересно наблюдать со стороны, и совсем другое дело в этом участвовать. И для меня это было, конечно, откровением, уже работая в МИДе, работая в правовом департаменте, что зарубежные коллеги воспринимают тебя по-разному.
В рамках сессии ты представитель государства, ты рупор своего государства, озвучиваешь позицию своего государства, настаиваешь на ней, обосновываешь. То есть тебя воспринимают именно как вот продолжение твоего государства. Но с этими же людьми можно прекрасно беседовать один на один, в личном плане, совершенно по-дружески, когда речь не идет о том, что, об официальной обстановке. Масса вопросов удавалось разрешать в кулуарах, совершенно спокойно общаясь с людьми, с которыми мы буквально за 10 минут до этого в рамках пленарного заседания обменивались очень, скажем так, вескими обвинениями именно от лица делегации. Вопросы решаются, в принципе, совершенно спокойно. То есть это, конечно, такой был опыт очень интересный. Опять же, тоже если вспомнить из таких интересных, забавных моментов, был у меня как-то случай взаимодействия с нашими американскими коллегами. Есть у меня одна очень хорошая знакомая, сейчас она уже бывшая сотрудница Госдепа. Во время, это было, наверное, лет 10 назад, когда мы только познакомились с ней, она была постоянно членом американской делегации на комитете, на юрподкоме. И была как-то ситуация, в первый день юридического подкомитета мы с ней встретились где-то на улице, недалеко от Венского международного центра, где проходит заседание подкомитета. Мы там пересеклись, увидели друг друга, там рады были встречи, разговорились, как дела, просто по-простому, по-дружески. Все было нормально. И тут подходит наша японская коллега, тоже известная наша большая подруга, говорит: «Ой, здорово, как мы все здесь собрались, пойдем отметим». Ну и моя американская коллега говорит, она сразу так поменялась в лице, когда подошла японка, она сразу поменялась в лице, так отстранилась, говорит: «Извините, но, к сожалению, мне было дано указание с российской делегацией контактов не иметь». И она разворачивается и уходит. Просто это была немая сцена. И для меня, и для японки, конечно, были шокированы вот этим поведением. Но, к сожалению, увы, это издержки работы. Когда ты дипломат, будь то в МИДе, будь то в Госдепе, это издержки работы. Это, конечно, нужно понимать. Иногда вот это понимание немножко размывается, когда начинаешь ассоциировать человека с той позицией, которую он заявляет. Конечно, всегда важно помнить о том, что человек и те слова, которые он произносит, особенно в официальном качестве, и то, что человек думает на самом деле, это совершенно разные вещи. Именно поэтому со всеми, даже с нашими непримиримыми порой партнерами, скажем так, всегда можно договориться в кулуарах. Главное найти, конечно, подход. Но это очень здорово, что, несмотря на возможные противоречия, личные отношения всегда остаются уважительными и, так скажем, доверительными. Вот вы тоже затронули интересную тему языков. Ну, очевидно, что, несмотря на то, что русский язык один из официальных языков ООН, не по-русски вы общаетесь с американскими и японскими коллегами. И знаю, у вас есть достаточно уникальный опыт, опыт перевода кёльнского комментария к космическому праву. Интересно узнать о ваших открытиях. Вы руководили командой переводчиков, и я думаю, те, кто занимается космическим правом уже какое-то количество времени, знают, что, несмотря на то, что текст это аутентичный, но бывает так, что на разных языках определенные институты и понятия имеют либо разные оттеночные значения, либо совершенно разные значения. Вот самый интересный пример – это вот как раз что касается, например, ответственности и договора по космосу, известные нам статья 6 и статья 7. У нас вот ответственность в русском языке, в английском, например, это разные слова. Ну, наверняка это не единственное. Чем была интересна работа по переводу кёльнского комментария? Спасибо за вопрос. Эта работа над кёльнским комментарием – была невероятно интересной, особенно для меня, и особенно учитывая, что немецкие коллеги, ответственные редакторы исходника кёльнского комментария, трехтомника, обратились именно к нам, к российской стороне, с предложением к юбилею договора по космосу в 2017 году опубликовать перевод кёльнского комментария на русский язык. Тут тоже хочется отметить, что именно немецкие коллеги исторически, и на моей памяти, и на памяти моих предшественников, с кем я имела удовольствие общаться, и с Роскосмоса, и по линии Академии наук, и в МИДе, и на немецкие коллеги российскую сторону, российскую позицию понимают лучше всех. То есть с немцами какое-то у нас глубинное понимание всегда есть. Им не нужно объяснять, что имеют в виду эти странные русские.
Очень часто бывает такое, что российская делегация выступает. Кстати, тоже важный момент, очень интересный. Я тоже это заметила и в годы работы в Роскосмосе, и в годы работы в МИДе. Российская Федерация на Юрподкоме всегда выступает на русском языке, естественно, официальный язык ООН. И когда выступает российская делегация, весь зал замолкает. То есть тишина гробовая. Никто там не потягивает кофе, ни по телефону не общается и так далее. Все слушают российскую делегацию очень внимательно. Потому что российские делегаты, когда выступают, они выступают всегда по делу. И это действительно интересно, такое внимание. Но, опять же, для меня было тоже любопытно узнать, что некоторые делегации и наших партнеров, особенно из развивающихся стран, даже когда они что-то не понимают в выступлениях российских делегаций, учитывая, что дипломатический язык – это такое явление весьма специфическое, и его нужно постараться, конечно, понять, именно российский, ну, скажем, русский дипломатический язык, ему нужно очень сильно постараться, чтобы понять такие выражения, например, как солидаризироваться, это модальности, нюансы, послать сигнал, масса, конечно, любопытнейших выражений. И это меня ставило в тупик первое время работы в МИДе, в правом департаменте, выражение «с нашего угла проблем не видим». Я никогда не могла понять, что значит «с нашего угла». Ну, потом все-таки потихоньку влилась. Вот эти вот фразы насчет глагола, насчет, ну, например, солидаризироваться. Коллеги из Росатома рассказывали, что они сначала долгое время пытались научиться произносить это слово, а потом еще некоторое время потребовалось, чтобы запомнить его. Конечно, забавные моменты. Да. Ну, в общем, конечно, с русским языком работать очень интересно, особенно для меня, хоть я и носитель русского языка, он для меня родной, но я должна сказать, что во время работы над кёльнским комментарием я поняла, насколько трудный наш язык, насколько трудно, скажем, оперировать нашим языком, донести сложные материи, особенно если эти материи касаются международного права и такой сложной отрасли, как международное космическое право, донести понятным языком, да, юридическим и грамотным с точки зрения наших правовых реалий, донести этот материал до российского читателя. Потому что, конечно, главная задача комментария была познакомить российского читателя, максимально широкого круга российских читателей, с космическим правом. Собственно, что это такое, с чем его едят, извините за выражение, как оно развивается и так далее. И благодаря редакторам Кёльнского комментария, нашим немецким партнерам, мне и моей переводческой команде удалось, конечно, поработать чуть-чуть серьезно над самим текстом. То есть эта работа заключалась не просто в построчном переводе, скажем так, а нам дали возможность предлагать свои комментарии к тексту. И более того, некоторые моменты даже перерабатывать. Мне довелось переписать очень серьезно некоторые части, особенно во втором томе Кёльнского комментария. Например, в части соглашения о регистрации пришлось доработать очень серьезно, потому что английская версия была издана в 2013 году, а мы, соответственно, выходили на... какой это был год? Это был уже 2019 год, второй том Кёльнского комментария на русском языке. И к 2019 году, конечно, изменений произошло масса. И в части всех соглашений, ну, понятно, не только больше государств присоединились к соглашениям, но и многие государства приняли национальное законодательство, национальные регистры космических объектов были созданы, какие-то требования появились новые. То есть в этом плане мне дали карт-бланш доработать эти разделы. Ну, это понятно, то есть по субстантиву, чтобы, да, чтобы материал был максимально свежим. А с другой стороны, у меня была возможность давать свои комментарии именно к тем местам, по которым вот с точки зрения терминологии аутентичных текстов договоров, пяти договоров по космосу, есть нюансы именно в русском языке, в аутентичных текстах на русском языке. Довольно много было моментов, которые вызывали вопросы, на которые я посчитала необходимо обратить все-таки внимание нашего читателя. Но из самых интересных, наверное, стоит поделиться тремя. Вот, как вы уже отметили, момент с responsibility и liability. Интересный момент, как удалось выяснить, это два термина, означающие в русском языке, переводящиеся аналогичные одному термину «ответственность», два отдельных термина использованы только в английском аутентичном тексте, а во всех остальных четырех
текстах использован один и тот же термин. Вот как в русском «ответственность», мы проверили еще с нашей командой переводчиков другие тексты, включая арабский, включая китайский, и со всеми остальными текстами один и тот же термин, как в русском языке «ответственность» и «ответственность». Вот тоже интересный момент. Из других, ну, для меня, в частности, было очень интересно обратить внимание на термин, на термины в русском тексте «неправительственные юридические лица», а в английском тексте «non-governmental entities». Эти термины неравнозначны. Но когда начинаешь погружаться в разницу между этими терминами, обнаруживается очень интересная история. Я смотрела так называемый «travaux préparatoires» к договору по космосу, как шли дискуссии, как стороны договаривались, какие варианты предлагали формулировки той или иной статьи. И вот, в частности, по этому термину была дискуссия очень серьезная. Советская делегация изначально выступала категорически против упоминания в договорах по космосу любых организаций, вообще всех, кроме государств. Советская делегация жестко стояла на том, чтобы только суверенные государства были игроками в космосе, и только государства в такой опасной среде могут договариваться и могут решать вопрос. Ну, со временем, по ходу дискуссий, по ходу переговоров, эта позиция немножко модифицировалась, поэтому в договоре по космосу появилась такая формулировка насчет ответственности, что государство несет ответственность за национальную космическую деятельность, в том числе, которая осуществляется его неправительственными, как в русском тексте написано, юридическими лицами. И тут встает вопрос. В кёльнском комментарии, в оригинальном, было написано, что non-governmental entities понимается не только как юридические лица, а это может быть и физические лица, это могут быть любые лица, организации, которые не являются юридическими лицами, фонды, ну, в общем, кто угодно. Но это реалии зарубежной доктрины международного права. А у нас, в нашей стране, немножко иная ситуация. Собственно, сначала у меня было ощущение, что перевод не вполне точный, неправительственные юридические лица. А потом я копнула глубже в наше действующее законодательство, посмотрела наши требования о лицензировании космической деятельности, ну и пришла к выводу, что все-таки наш текст переведен действительно правильно, именно с учетом нашей ситуации. То в нашей стране лицензию на осуществление космической деятельности могут получить именно юридические лица. И список направлений лицензируемой космической деятельности определен. Роскосмос у нас лицензирующий орган. То есть, в принципе, лицензионная деятельность у нас довольно четко урегулирована. И, собственно, границы ответственности государства за вот эту самую лицензируемую национальную космическую деятельность тоже урегулированы. И там речь идет исключительно о юридических лицах. Так что здесь, опять же, по ходу своей профессиональной деятельности, этот вопрос для себя тоже сняла. Но еще из интересного, тоже из терминологии, есть такая интересная терминология в английском языке и в английском тексте комментария «procure the launch» в контексте запускающего государства. Да, из категории запускающего государства. На русский язык это перевести, конечно, очень сложно. Что значит «procures the launch»? В русском тексте этот термин, ну, аналог термина «procures the launch» выбран «организует запуск». В принципе, ну, как мне сейчас кажется, уже учитывая опыт работы и в отрасли, и в медиа, это самый правильный термин, самый грамотный. Да, он такой слегка объемный, скажем так, не очень точный, что значит организовать запуск, но и что значит procures the launch, тоже не вполне понятно. И это тоже требует определенного пояснения. Вот как авторы комментария решили пояснить, что procures the launch – это скорее государство, которое участвует финансово в организации запуска. Ну, по-хорошему говоря, там, заказывает, размещает заказ на запуск, осуществляет его финансирование, либо участвует в его финансировании. То есть, в принципе, наш термин «организует запуск», он даже более широкий, более комплексный и объемлющий, чем английский термин. То есть, такие да, действительно любопытные моменты удалось выявить. И, кстати, тоже еще такой момент вспомнила, тоже комментарий дала в... По-моему, это был как раз второй том перевода. Один из авторов
комментария. Говоря о системах наблюдения за околоземным космическим пространством, о состоянии на 2013 год, собственно, год выпуска, год издания английской версии комментария, упомянул только американскую систему наблюдения за околоземным космическим пространством, но забыл о существовании российской системы. Ну, либо забыл, либо не знал, потому что на тот момент эта система была в активной стадии разработки, тестовые испытания, и не так много было информации. Только потихоньку об этой системе российские делегации начали рассказывать на комитете по ГОС, смысл его подкомитета. Ну вот я взяла за труд, давали комментарий для российского читателя, что не только у американцев есть такая система, но и в Российской Федерации активно она развивается, такие-то показатели, вот так-то она выглядит, такие референсные станции расположены там-то, там-то. То есть вот, чтобы, ну, скажем, порадовать российского читателя, что у нас тоже, в общем-то, все неплохо в этой части. То есть работа по переводу была далеко не просто техническая, много приходилось давать комментариев, разъяснений, дополнительной полезной информации. У нас как раз приходят вопросы, частично на один из вопросов вы уже ответили. Зрители спрашивают, будет ли продолжена работа по переводу кёльнского комментария. Но, насколько я понимаю, том первый, договор по космосу, переведен, том второй, оставшиеся четыре договора в этой области также переведены. И, кстати, хочу поблагодарить вас, Ольга, очень в этом плане сердечно за то, что вы помогли библиотекам российских университетов и отправляете туда переводы первого и второго тома. Это, конечно, большая ценность для российских читателей. А вот что касается тома третьего, я так понимаю, это некие там резолюции и другие нормы так называемого мягкого права. Будет ли продолжена работа по переводу? Прежде всего, насчет рассылки по библиотекам хотела уточнить один момент. Действительно, это была инициатива наших немецких коллег, оригинальных редакторов, ответственных редакторов кёльнского комментария, поскольку главная задача... Да-да-да, этот самый. Главная задача этой работы была именно дать возможность для российского читателя познакомиться с этими книгами, их использовать в работе, потому что они действительно на практике очень помогают. Более того, я сама ими так пользовалась, когда готовила предложение к позиции российской делегации юридический подкомитет. Вот сейчас, кстати, по тематике космических ресурсов в ряде выступлений, которые мне же довелось и озвучивать, прямо ссылалась на мнение экспертов кёльнского комментария. Ну, пока эта работа только началась недавно, по взаимодействию с российскими вузами, я надеюсь, все-таки она продолжится. Ну, я уверена, что она продолжится, потому что интерес есть. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы у наших вузов, у наших студентов, которые интересуются этой темой, была возможность этот труд подержать в руках, почитать, может быть, там, обсудить, потому что есть над чем подискутировать. Там масса, конечно, моментов, за которые можно зацепиться и не одну диссертацию написать. На самом деле. А вот по поводу третьего тома, это обсуждение тоже велось с нашими немецкими коллегами. Ну, по крайней мере, на данном этапе не планируется перевод третьего тома, потому что, как считают наши немецкие коллеги, эта информация несколько устарела, и за годы с публикации третьего тома появились другие документы, некоторые даже более интересные, чем те, которые упомянуты в этом документе, в третьем томе, имею в виду. В частности, конечно, руководящие принципы долгосрочной устойчивости космической деятельности. Поэтому немецкие коллеги предложили пока этот вопрос зарезервировать. Ну, на ближайшее будущее мы не рассматриваем такую перспективу перевода третьего тома. Ну, посмотрим, как пойдет. Спасибо. И, может быть, тогда перейдем... Копнем, что называется, глубже, да, как вы говорили, перейдем к некоторым актуальным проблемам международного космического права. Ну и, я думаю, не будет удивлением ни для вас, ни для наших слушателей, мы не можем не поговорить о космических ресурсах. В 2016 году впервые, насколько я помню, достаточно содержательно этот вопрос был поднят на юрподкоме. Было очевидно, что вопрос крайне актуальный, дискуссионный, чувствительный. И Россия тогда одна из первых выступила с мнением, что не является правильной позицией США, когда принимаются национальные законы, регулирующие тему космических ресурсов. И уже с 2017 года вопрос, связанный с космическими ресурсами, входит в повестку дня юрподкома на постоянной основе. Обсуждается ежегодно, обсуждается горячо, вот разве что только в прошлом году обсуждение не состоялось. И в этой связи, наверное,
Первый самый общий вопрос: не рано ли мы начали так жарко спорить о космических ресурсах, не опережаем ли мы развитие техники и технологий, в чем вот действительно актуальность обсуждений прямо сейчас, сегодня и в ближайшем будущем. Ну и вторая часть вопроса, наверное, касается содержательной части. Все-таки в чем основные противоречия? Какие видятся возможности решения этого вопроса? Есть ли какие-то консенсусные решения? Как вы видите себе развитие вот этого вопроса в будущем? По моим ощущениям, тема космических ресурсов действительно сейчас одна из самых жарких. И именно благодаря США она появилась на повестке дня юридического подкомитета и сейчас обсуждается целым рядом форумов и внутри государственных, и на международном уровне. И активно подключается частный бизнес к обсуждению этих тем, формируются ассоциации, прежде всего в Штатах, в Евросоюзе, которые занимаются прицельно именно этой темой. И с точки зрения правового обеспечения, и с точки зрения техники, безумно интересно наблюдать за развитием всей этой истории. Вот если говорить о международно-правовом режиме, да, признаю, что когда еще работала в медиа, у нас шли жаркие дискуссии на тему, как нам, в принципе, реагировать на эту складывающуюся ситуацию. То, что мы видели еще по состоянию 2015 год, 2016 год, когда только появился американский закон о ресурсах, как первая ласточка, было такое вот состояние, куда двигаться дальше, пока непонятно. Но понятно, что нужно реагировать. Это ощущение было совершенно четко, потому что космические ресурсы в понимании нашим современным, российской делегации, в официальном понимании российской стороны, и как мы тоже посмотрели и доктрину, посмотрели выступления из советских времен, интересно, что эти вопросы космических ресурсов затрагивались еще в 70-е годы, 80-е годы. Пусть они были в высшей степени теоретическими, но тем не менее они затрагивались, они поднимались в том числе и на юрподкоме. Куда действительно двигаться, что нам предпринимать в этом направлении, потому что совершенно однозначно мы исходили из того, что в этой деятельности ресурсной Российская Федерация участвовать хочет и участвовать будет. Это однозначно. Это интересы нашей страны. Ну, опять же, вполне понятно, если смотреть на ситуацию с ресурсами на Земле, что активное участие в ресурсодобывающей деятельности – это одна из составляющих национального престижа. И понятно, какие возможности за этим скрываются. Поэтому вот это была такая максима, из которой мы исходили. Дальше проблема была понять, собственно, в чем конкретно состоит интерес российской стороны в этой ситуации. Но я опять же захожу именно с российской стороны, поскольку на тот момент я работала именно в МИДе и отвечала за формирование нашей позиции не с точки зрения вот именно общего международного правового подхода к этой ситуации, а именно с российской стороны, чтобы немножко так вот подвести к той ситуации в юрподкоме, которая сейчас складывается по этой теме. Ну, вот, собственно, российская сторона, которая с самого начала, с 2016 года, очень активно, очень резко выступала с критикой американского закона. И, в принципе, такого подхода российская сторона исходила из того, что любые инициативы на национальном уровне, тем более принятие нормативно-правовых актов по вопросу космических ресурсов, не имеют под собой международно-правовых оснований. Потому что космические ресурсы в понимании российской стороны – это не terra nullius, то есть это не ничейная какая-то вещь, а это часть космоса. Как у нас говорит договор по космосу, Луна, космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению, статья 2. И, собственно, вот вокруг этой статьи развернулась очень жаркая дискуссия на юрподкоме. Вопрос толкования. Как мы толкуем эту статью? Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела. А Луна и другие небесные тела равно Луна и ее ресурсы, и другие космические тела, и их ресурсы. То есть российская позиция строится, исходя из понимания, что да, равно, однозначно, что мы не можем Луну рассматривать как просто оболочку, а ресурсы — это нечто отдельное. То есть это вот четкое совершенно понимание железобетона, если можно так выразиться, нашей страны. В принципе, нас довольно многие делегации в этом плане поддерживают.
и поддерживают в отношении к статусу, к международному правовому статусу этих ресурсов, что это res communis, это достояние действительно всего, ну, скажем, более аккуратно. Тут, конечно, эти налоги, наследие, достояние, с ними нужно быть аккуратными. Что это все-таки общая вещь, и космические ресурсы принадлежат, в общем-то, всему человечеству, являются сферой юрисдикции всего человечества. Опять же, важный такой нюанс. Если обратить внимание на формулировку второй статьи договора по космосу, там речь идет о запрете именно на национальное присвоение. Из чего можно сделать вывод, что международное присвоение все-таки возможно. И подтверждение тому можно найти в соглашении о Луне, которое говорит о том, что для эксплуатации космических ресурсов необходим будет международный режим, когда такая эксплуатация станет возможной в ближайшее время. То есть, в принципе, если рассматривать именно с вот этих позиций и исходить из того, что соглашение о Луне разрабатывалось теми же самыми государствами, которые разрабатывают договор по космосу, и разрабатывалось на основании в продолжении договора по космосу, вряд ли резонно утверждать, что соглашение о Луне противоречит явно договору по космосу. Вот именно исходя из этого понимания, что у нас ресурсы – это общая вещь, российская делегация и настаивает на том, что нам нужен международный режим такой деятельности. Некоторые делегации, некоторые эксперты, в доктрине тоже встречаются мнения, высказываются в пользу того, что не лучше ли сначала подождать начала этой деятельности. Пусть долетят американцы, представители Объединенных Арабских Эмиратов, Израиль, ну, кто еще хочет, Китай и так далее. Пусть сначала долетят, пусть начнут копать, а дальше посмотрим. Вот какое нужно будет регулирование, дальше мы будем создавать. Да, это интересная позиция, возможно, она имеет право на существование, но, к сожалению, коллеги очень часто забывают, что это деятельность с ресурсами, полет, долететь, сесть, начать копать, эта деятельность не происходит и не будет происходить в правовом вакууме. У нас уже есть договор по космосу, а это абсолютный фундамент, это база, на которой эта деятельность должна строиться. И пока мы с нашими зарубежными коллегами в юрподкоме не разберемся, не придем к общему пониманию, собственно, а что можно и что нельзя в рамках договора по космосу, и как конкретно эта деятельность должна осуществляться, вот до этого момента, конечно, будет очень сложно реализовывать, реально, реализовывать программы технически, полететь, сесть, добыть, это будет очень сложно. И более того, интересный момент, для меня это было на самом деле неожиданно узнать, поскольку как государственный служащий в Роскосмосе и в МИДе я не имела особых контактов с бизнесом, особенно с космическим бизнесом, но в последние годы эти контакты появились, и именно благодаря юрподкому. На юрподкоме, в сессиях юрподкома стали участвовать в качестве наблюдателей, в качестве экспертов, представителей бизнеса и, между прочим, в составе делегации тоже. Когда общаешься с представителями частных компаний, лучше понимаешь их образ мысли, как они видят, собственно, деятельность комитета, как они видят развитие международного космического права. И для меня было удивительно узнать, именно услышать из их уст, что им именно международный режим, международно-правовой режим добычи космических ресурсов очень нужен. По одной простой причине. Потому что это частный бизнес, это означает инвестиции, а инвестиции в очень рисковое предприятие – это колоссальные средства, которые они на свой страх и риск будут вкладывать в эти инициативы, пусть с поддержкой государства, но тем не менее это частные средства. И им нужны очень серьезные, очень веские гарантии от государств, что эти инвестиции будут защищены. Как минимум. А если еще возврат этих инвестиций будет в каком-то обозримом или не очень обозримом будущем, это, конечно, идеальная ситуация. Пока у них этого понимания нет. Особенно на фоне таких международных дискуссий жарких, когда частный бизнес видит, что государства не могут договориться, когда возникает действительно реальная проблема. Да, одно государство попыталось принять свой закон, второе государство попыталось принять свой закон, установив определенный набор правил, но мировое сообщество не поддержало эти инициативы, то есть нельзя сказать о единогласной поддержке. И вряд ли можно утверждать, что вот эти законодательные инициативы – это некая сложившаяся практика. Вот об этом, боюсь, мы пока не можем говорить, но, по крайней мере, на нынешнем этапе. Да, это очень интересные, очень яркие примеры национальной практики, практики отдельных государств.
но, скажем так, они дискуссионные. И, конечно, в идеальном мире, естественно, эти дискуссии должны вестись и на юридическом подкомитете, хотя уже сейчас мы видим, что тема, ну, откровенно говоря, размывается. Целая масса форумов возникает, где эти вопросы обсуждаются, и профессиональные экспертные форумы с участием только представителей бизнеса, только представителей негосударственных организаций уже разрабатывают свои собственные правила и предлагают свое видение, как должна развиваться эта деятельность в направлении добычи космических ресурсов. Ну, плюс, конечно, соглашение Артемиды – это очень интересное развитие событий, особенно учитывая… Можно ли поподробнее о соглашениях, наверное, Артемиды? У нас как раз очень много вопросов появляется в чате по поводу этого американского документа, этой инициативы. Может быть, дать какую-то оценку? И чуть позже мы обязательно поговорим еще о других форумах, которые начинают обсуждать вопросы международного нормотворчества. И подытожив немного вот первую часть нашего обсуждения – ресурсам. Вы упомянули первая страна, вторая страна, сказав, что сложившейся практикой назвать это пока не получается. То есть, наверное, я поясню, что речь идет в продолжении о Люксембурге, Объединенных Арабских Эмиратах. И, конечно, самым, так скажем, передовым в этом плане движителем этой инициативы являются Соединенные Штаты Америки. Может быть, как бы комплексно, чуть подробнее их позиции, их инициативы можно затронуть и недавнее исполнительное распоряжение президента Трампа, и соглашение Артемиды. И вот на самом деле вы, наверное, ответите на большую часть вопросов, которые пришли нам сегодня уже в чат. Вот именно в соглашениях Артемиды. Еще когда я имела удовольствие работать в МИДе, пришлось довольно плотно поработать с этим сюжетом, соглашениями Артемиды. А история была очень интересная. Многие годы, еще даже до появления на повестке дня Юрподкома пункта о космических ресурсах, американская делегация выступала совершенно однозначно против любых новых юридически обязательных договоров, регулирующую космическую деятельность. Их железным аргументом было то, что американский частный бизнес не нуждается в дополнительном заурегулировании, скажем так, дополнительной бюрократии с позиции международного права. Они из этого исходили, в принципе, их позиция была понятна, но мы исходили, соответственно, из противоположной позиции. Мы, я имею в виду, конечно, российская делегация на тот момент. И вот на этом фоне, на фоне такой твердой позиции особенно интересными выступает соглашение Артемиды, которое американская сторона позиционирует как на данном этапе договоренности предварительные круга государств с американской стороны, которые в будущем приобретут форму юридически обязательных международных договоров. Вот, насколько я помню, американская сторона, ну, по крайней мере, НАСА позиционировала эти документы как нынешнее соглашение Артемиды, которое в виде меморандума взаимопонимания, декларация взаимопонимания заключается, что они в будущем трансформируются в двусторонние юридически обязательные договоры. То есть уже очень интересный момент. Есть все-таки сдвиг в американской позиции в сторону понимания о том, что юридически обязательные нормы и космос – это неотделимо одно от другого. Все-таки, учитывая особенности среды, что это настолько непредсказуемая, в принципе, деятельность в космосе, многое может пойти не так, и нужно обезопасить себя и как государство, и третьих лиц, и своих операторов, свои компании, свое имущество, и свои интересы, по-хорошему говоря, нужно обеспечить и обезопасить максимально. А главным помощником в этом отношении являются юридически обязательные нормы. Но другое дело, конечно, как их представлять, как их позиционировать, как их формулировать. И вот в этом отношении с соглашением Артемиды возникли нюансы, как говорят в МИДе, нюансы в отношении российской стороны к этой всей инициативе, потому что изначально эта инициатива позиционировалась как американский проект Артемида, к участию в котором приглашаются другие государства. То есть проект открыт для участия всех государств, проект международный, но при всем при этом он американский. И присоединяющиеся государства присоединяются не просто к проекту, они присоединяются к пониманию определенного, к пониманию, которое лежит в основе этого проекта. То есть набор принципов взаимодействия международных партнеров в рамках
проекта Артемида. И вот здесь возникла главная проблема. Когда по двусторонним каналам было взаимодействие с американскими партнерами как раз на тему космических ресурсов, на тему Артемиды, так и не смогли, ну, я говорю опять же, по старой привычке от лица МИДа, так и не смогли до конца понять и добиться полной картины. Для себя мы не смогли уяснить, а что, собственно, подразумевают эти правила, вот этот самый подход. Здесь, конечно, на данном этапе таится опасность. Российская сторона, исходя из того, что есть сейчас, исходя из того понимания этого всего процесса, который есть сейчас, российская сторона вряд ли в ближайшее время присоединится к соглашениям Артемиды. Но не потому, что это американский проект, совершенно не поэтому, а потому, что у российской стороны нет полного и четкого понимания, на каких условиях будет осуществляться это взаимодействие. То есть для российской стороны очень важно равноправие партнеров в подобном проекте. Опять же, исходя из того, о чем я упоминала выше, наша страна – великая космическая держава, и Россия будет настаивать на том, чтобы участвовать полноправно в качестве равноправного партнера в инициативе, такой перспективной, интересной, очень обещающей инициативе по добыче космических ресурсов. Вот, собственно, на данном этапе, да, на данном этапе вот такая вот возникла сложность, но есть подвижки, есть очень серьезные шансы, особенно в свете прихода новой администрации в Штатах, есть шансы активизации этого диалога с американцами. По крайней мере, американская сторона заинтересована в этом диалоге, российская сторона заинтересована в этом диалоге. И опять же, для российской стороны это очень, очень хороший, на самом деле, очень хорошая новость, когда американцы опубликовали заявление, что соглашение Артемиды планируется в будущем перевести на юридически обязательную основу. Но опять же, вот этот формат двусторонних договоренностей, насколько он оправдан, тоже большой вопрос. С одной стороны, если мы вспомним проект Международной космической станции, он создавался на основе меморандумов о взаимопонимании НАСА с зарубежными партнерами. Он на определенном этапе включилась российская сторона, Роскосмос. Потом эти меморандумы о взаимопонимании, договоренности были превращены в соглашение по МКС, общее, многостороннее. И на базе этого соглашения уже встраивался проект. То есть изначально, да, он позиционировался как американский, но в итоге эта Международная космическая станция стала образцом, блестящим образцом равноправного международного сотрудничества. Конечно, хотелось бы, чтобы деятельность по космическим ресурсам пошла, ну, может быть, не по этому пути, но хотя бы придерживалась сценария именно этого равноправия партнеров в духе и согласно букве договора по космосу. Но здесь целая масса возникает проблем. Конечно, главная проблема – это интерес, коммерческий интерес. Когда вступает в дело частный бизнес, тут уже, извините, не до равноправия государств. Ну и многие другие моменты, конечно, приходится учитывать в этом отношении. То есть вот в этом я вижу главную сложность. Когда интерес не только государства, не столько государства, а прежде всего интерес частного бизнеса, и с этим частным бизнесом надо считаться. И в нашей стране, к сожалению, пока еще, ну, по крайней мере, как я это чувствовала в Роскосмосе и в МИДе, пока еще нет такой связки с бизнесом, как, например, в тех же Штатах, как во многих европейских странах, ЕСовских странах, имею в виду, как в Европейском космическом агентстве. И у меня есть такое ощущение, что эта связка очень нужна, чтобы понимать, как дальше развиваться, как дальше выстраивать нашу космическую политику. Но частный бизнес – это уже не, как интересно такое выражение прочитала в учебнике, в самом первом советском учебнике по космическому праву, империалистические хищники. Западный мир, ну, там назывался империалистическими хищниками. Сейчас реалии совершенно другие, понятное дело. Поэтому есть у меня ощущение, что нужно пробовать все-таки нашему государству и нашим компетентным органам пробовать хотя бы выстраивать диалог с бизнесом, ну, прежде всего с нашим бизнесом. Потому что у нас масса инициатив, у нас масса молодых ребят, которые хотят заниматься космической деятельностью, которые имеют контакты с зарубежными специалистами, которые понимают, что такое стартапы, как работают стартапы в космосе. Это все безумно интересные темы. Я как раз сейчас пользуюсь моим новым статусом как независимого ученого. Я подбираюсь к этой теме, погружаюсь и стараюсь понять более глубоко всю эту тему именно с космическим бизнесом. Как он развивался по американской модели, как в Европейском космическом агентстве подходит к решению этого вопроса и какие есть перспективы для развития частного космического сектора у нас в стране.
по моим ощущениям, за этим будущее, именно вот за развитием частного космического сектора. Но как пойдет это развитие, вот он большой вопрос. И опять же, по моему личному убеждению, это, конечно, субъективное мнение, нам очень важно выстраивать диалог. Не только между дипломатами и юристами, потому что дипломаты и юристы, конечно, всегда могут договориться о чем угодно, но обязательно выстраивать диалог, постоянный, регулярный экспертный диалог с участием технических специалистов, инженеров, кто запускает, кто создает космические аппараты. Потому что для космического юриста, да и для дипломата тоже очень важно понимать, как это, что, собственно, это такое. Потому что одно дело, когда мы вырабатываем политику, сидя на Земле, в Роскосмосе, в МИДе, там что-то летает, мы об этом знаем, но мы его не видим. Мы не можем его пощупать, и мы не понимаем до конца, как оно работает. Это совершенно другие принципы движения, совершенно другие принципы управления этим объектом. Это, конечно, такие дебри, в которые нужно погружаться обязательно. И вот эта задача, конечно, каждого космического юриста — найти в себе силы, изучать именно техническую сторону вопроса, понять, собственно, что такое космическое движение. Как двигаются аппараты, что такое орбиты, что такое навигационные сигналы, в принципе, что такое телекоммуникации, как это все работает. Вот у нас у всех есть мобильные телефоны, как они работают, за счет чего. Во-первых, это безумно интересно, а во-вторых, это очень помогает работе космического юриста. Потому что с этим техническим бэкграундом, если можно так сказать, совершенно другое понимание того, какие нужны правила для того, чтобы это все правильно работало. Правильно, грамотно и без перебоев. Вот в этом плане, конечно... Мне кажется, очень важно такой диалог попробовать начать выстраивать. Были, конечно, подвижки. Конечно, многие наши университеты взяли за труд регулярно проводить мероприятия тематические по космическому праву. Огромное им спасибо за это. Это колоссальный труд. И, конечно, Ирина, вам лично спасибо огромное. То, что вы делаете для развития именно вот этой дискуссии экспертной в нашей стране, это бесценно. И этим нужно продолжать заниматься. Я очень надеюсь, что наши и другие вузы, и ведомства тоже обратят внимание на эту работу и подхватят ее. Это действительно очень нужно. Именно сейчас, когда наша космонавтика, ну, будем откровенны, не в самом лучшем состоянии. Конечно, очень бы хотелось помочь нашей космической деятельности. Ну вот здесь, наверное, как раз помочь могли бы и частные инициативы, которые вы упомянули. Действительно, получается, что, например, американские коллеги, когда обосновывают необходимость принятия каких-либо норм, действительно прямо говорят о том, что развитие там, техники и технологий напрямую связано с нормами. Если нормы есть разрешительные, соответственно, прогресс идет, какое-то направление развивается. Если нормы запретительные, этого не происходит. Или, конечно, когда, например, ситуация с полной нестабильностью, неизвестностью, никто не готов вкладывать деньги с непониманием, что из этого проекта выйдет. И, возможно, бизнес и является одной из вот, движущих сил, так скажем, смещение площадок диалога с традиционных, я в первую очередь, конечно, говорю о системе ООН, о комитете ООН по космосу, на ну, не только нетрадиционное, а даже, так скажем, с определенными вопросами к составу участников. Вот та же российская делегация на Юрподкоме, я помню, после представления некоторых результатов работы Гаагской рабочей группы по космическим ресурсам, достаточно жестко обратила внимание коллег на то, что международное нормотворчество – это сфера ответственности государств. Вот кто у нас готовит нормы права. И достаточно жестко обратили внимание на то, что все, так скажем, академические изыскания, особенно подкрепленные частными инвестициями, вызывают вопрос. И, может быть, было бы интересно узнать ваше мнение о работе Гаагской рабочей группы. Достаточно активно деятельность была развернута, получила много и поддержки, и вот такого рода критических комментариев. Тем не менее, работа завершена. И какой вклад, если он есть, в развитие международного космического права? Что интересного было в этой работе? Как-то можно ли использовать в будущем те наработки, которые Гаагская рабочая группа подготовила и, может быть, объединю с некоторыми вопросами, которые поступают еще по теме космических ресурсов? Если мы говорим о неком справедливом их распределении, что мы можем взять в основу вот этого понятия справедливости? Можем ли мы как-то это приравнивать к ВВП каких-то государств? Есть ли какие-то другие аналоги и примеры, которые могли бы быть в помощь при формулировании возможного в будущем режима?
Вопрос действительно очень хороший по поводу справедливого распределения, очень интересный. Ну, с вашего позволения, начнем сначала с Газской рабочей группы. Еще будучи в МИДе, конечно, внимательно отслеживала эту деятельность. Должна сказать, что, в принципе, если отследить заявление нашей страны по поводу деятельности Газской группы, вся критика ее деятельности сводилась к вопросам формы. То есть мандат, ну, такие моменты, так, состав участников, сфера охвата и так далее, и так далее. Именно вот по форме ее работы. Но по, как говорят, миди-субстантиву вопросов практически не возникало. Потому что этот документ, когда он появился в открытом доступе, результат работы Газской рабочей группы, он безумно интересный. Видно, что команда экспертов, которая разрабатывала его, поработала просто блистательно. Они поработали именно в рамках живого общения, когда технические специалисты разговаривали с юристами, с дипломатами, с экономистами, и они все попытались друг друга понять, услышать и представить некое видение, как они сами написали в итоговом документе Газской рабочей группы, в блоках, это не готовый документ, это не какое-то конкретное предложение для принятия, а это именно видение того, как может в будущем выглядеть международно-правовой режим деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов. Вот именно этот подход очень интересен, и, как мне кажется, именно он правилен. Это самая экспертная дискуссия, когда люди с разным образованием, с разным опытом, имеющие разный подход к одной и той же проблеме, собираются вместе, эту проблему обсуждают. Это здорово. Понятно, что в итоговом документе масса нюансов, и по терминологии есть нюансы, есть вопросы к определениям ряда терминов, которые предложила Газская группа. Но в целом прослеживается одна общая закономерность. И с этой закономерностью трудно спорить. Газская рабочая группа исходила из того, что будущий международно-правовой режим космической деятельности, международно-правовые рамки, не космической деятельности, прошу прощения, деятельности с ресурсами именно, эти международно-правовые рамки нужны прежде всего для бизнеса. Не заинтересован прежде всего бизнес, потому что эта деятельность рассматривается не как добыча образцов, а именно как промышленная добыча, освоение и реализация, продажа этих ресурсов. Ну и, собственно, получение средств за эти все движения. Именно вот эта вот красная нить прослеживается в этом документе, и, ну, по моему скромному опыту, в моем понимании, именно это правильно, что вот именно такой подход. Да, нужно учитывать интересы частного бизнеса, потому что, ну, как мы сейчас видим, частный бизнес, что называется, на коне. Частный бизнес во многом уже сегодня определяет правила игры космической деятельности. Поэтому, как мне кажется, Газская рабочая группа выбрала правильное направление своей работы. Опять же, что очень важно и что мне было интересно отметить в самом документе, Газская рабочая группа подошла очень внимательно, очень глубокомысленно к решению вопросов, точнее, к предложению того, как могли бы быть решены вопросы с регистрацией прав на космические ресурсы. И тут нельзя не вспомнить механизмы космического протокола к Кейптаунской конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного имущества, которую разработала УНИДРУА. Очень похожая история. Только в случае с УНИДРУА речь шла именно о космическом имуществе, о составных частях космического имущества и о гарантиях прав по сделкам с этим космическим имуществом, о защите прав в случае передачи космического имущества или его частей. А в данном случае речь конкретно о космических ресурсах. И тоже понятное дело, что юристы, участвовавшие в дискуссии в рамках Газской рабочей группы, не могли обойти стороной. Это очень важный вопрос. А что делать с правами? Как их защищать? Как их, во-первых, фиксировать? Как предотвратить ситуации конфликта, притязаний на то или иное право? То есть это действительно... Это подход правильный. Другое дело, конечно, как мы уже обсудили, а из чего мы исходим, что эти права в принципе наделяем мы? На каких международных правовых основаниях мы в принципе можем говорить о распоряжении этими правами? И вот тут уже приходится задуматься о концепциях общего наследия человечества, о том, что такое ресурсы,
Если мы ресурсы воспринимаем как в том же исполнительном распоряжении президента Трампа было указано как Global Commons, что американская сторона не рассматривает космические ресурсы Global Commons, это тоже очень интересный подход. Это термин не из договора по космосу, в нашей правовой доктрине он не используется. То есть аналога Global Commons, наверное, нет у нас особо. Мы понимаем, что такое достояние всего человечества, исследование использования космического пространства. Мы понимаем, что такое общее наследие всего человечества, как соглашение о Луне, нам говорит, это космическое пространство, включая Луну и небесные тела. И, в принципе, даже не являясь стороной соглашения о Луне, российская сторона, Российская Федерация исходит из того, что именно эта концепция общее наследие человечества наиболее точно отражает наверное, правильный, какой-то логичный подход к проблеме космических ресурсов и к проблеме ее распределения. Потому что что такое общее наследие всего человечества? Это претензии человечества на то, чтобы, позвольте себе такое выражение, откусить кусок от этих космических ресурсов. То есть пользоваться выгодами. Неважно, кто туда долетит, кто их откопает, кто их будет продавать. Главное, чтобы выгоды от этой всей деятельности, от самих ресурсов, были доступны, и чтобы они поступали всем государствам, чтобы все государства могли им пользоваться. Но большая-большая проблема, и я думаю, это проблема прежде всего для юристов-международников, а как реализовать этот самый подход? То есть теоретически, да, принципы понятны. Выгоды для всех, ресурсы принадлежат всем, все замечательно. А как это должно выглядеть на практике? Вот эти дискуссии тоже велись, в том числе в МИДе они велись, и обсуждались разные, в высшей степени теоретические были такие разговоры. А может быть, подумать в сторону какого-то международного фонда, в который шли бы отчисления от добычи этих ресурсов, это инструменты распределения. Действительно, может быть, стоит подумать в сторону учета ВВП, потребностей определенных групп стран, кто более нуждается, менее нуждается в этих возможностях, которые предоставят эти ресурсы. Может, не обязательно в самих ресурсах. Возможно, какие-то государства испытывают потребность в самих ресурсах как таковых, а другие государства испытывают потребность в средствах, которые получаются от реализации этих ресурсов. А третья группа государств, скажем, нуждается в ресурсах, как в расходном материале, например, для строительства тех же лунных баз, для обслуживания поселений на Луне, на Марсе и так далее. То есть самые разные категории ресурсов. Опять же, вот неожиданная категория ресурсов возникла по ходу дискуссий, кулуарных, в том числе дискуссий на Юрподкоме. Неожиданная категория ресурсов заключается в тех ресурсах, которые уже есть в космосе, но которые являются антропогенными. То есть все то, что сейчас летает, есть так называемый космический мусор, либо те объекты, которые будут в обозримом будущем космическим мусором, их тоже можно рассматривать как ресурсы. Потому что это кладезь редких материалов, металлов и чего только там нет. Понятно, ядерные заряды там тоже есть, источники энергии. То есть это действительно можно тоже рассматривать как ресурсы. И более того, ряд частных компаний, я знаю, по крайней мере, одну компанию в Швейцарии, частный бизнес, небольшой, но тем не менее активно развивающийся, который работает именно в этом направлении, который прорабатывает варианты, технические возможности, программы использования и переработки в космосе вот этих антропогенных космических ресурсов. Тоже такой интересный момент. Так что вопрос очень дискуссионный, и я думаю, возможно, стоило бы посвятить этому вопросу о том, как, собственно, распоряжаться космическими ресурсами, какие были бы варианты. Возможно, стоило бы посвятить этому какую-то отдельную дискуссию эксперта. Это было бы, мне кажется, очень интересно и очень актуально, самое главное, своевременно. И я думаю, что вопросу космических ресурсов мы бы могли посвятить не только сегодняшний целый выпуск, да, но целую серию выпусков. Об этом можно говорить бесконечно. Вы еще затронули тему космического мусора. Конечно, о ней бы было тоже очень интересно поговорить. И к нам приходит много вопросов, которые мы с вами сегодня не успеем обсудить. Тем не менее, нам удалось затронуть некоторые очень интересные и важные. Наше время потихонечку подходит к концу. Ольга, я бы хотела вас еще раз поблагодарить за то, что вы нашли время, за то, что вы его нам сегодня уделили, за то, что поделились опытом работы совершенно уникальным и рассказали о тех вопросах, которые, конечно, вы правильно сказали, не видны обывателю. Мы видим определенный результат, но далеко не всегда видим ту серьезную работу, которая за этим стоит.
Хотела бы напомнить нашим гостям о том, что следующий выпуск Space Cafe Россия состоится в июне. Это будет первая пятница июня. Мы будем держать вас в курсе, сообщим, кто будет наш следующий гость. Инна Александровна поздравила наступающим 8 марта. Также хотела бы присоединиться к этим поздравлениям. Нашу женскую половину сегодняшнего эфира хочу поздравить с этим прекрасным весенним праздником, пожелать весеннего настроения, мира и благополучия. И для, так скажем, завершения нашего сегодняшнего эфира хочу передать слово Торстену для некоторых ремарок. Торстен, over to you. Thanks, God. You said Torsten, otherwise I didn't have a chance to follow this conversation, unfortunately. So, but what I got from our external guests is it was wonderful discussion, very fruitful, and everybody said a big thank you. And also from me, thank you for your participation, Olga and Elena, for Run It. So our next Space Cafe is, and I put it also in Moscow time, next week I run in the 33 minutes with Shelley Brunswick from the Space Foundation in US on 11th of March. I'm doing the third edition of the Space Cafe Black Ops by Ralph Thiele, and he will speak about new technologies with Lockheed Martin. A week later, on the 16th, 33 minutes with José Achaché from Switzerland on cybersecurity, followed by our first edition of the Space Cafe the Netherlands with Hilde Steenwit from Space Application Services. And then a week later, the 33 minutes with Dr. Darren McKnight from Leo Labs about space situational awareness and STM. And as a highlight for you guys are on the space law side, on the 25th, we have the second edition of our Space Law Breakfast with Stephen Freeland, and his wonderful guests will be PJ Blonde and Tanya Masson. I think two names or three names are very well known in the space law environment. And that's from my end. Thank you very much. Еще раз спасибо большое всем за сегодняшний эфир. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. До свидания. Bye.